Международное регулирование рынка криптовалют неизбежно, убеждена глава Международного валютного фонда Кристин Лагард. В интервью CNN Money Лагард сказала, что у криптовалют есть много неоднозначных нюансов. Чтобы предотвратить использование криптовалют для отмывания денег или финансирования терроризма, необходимо международное регулирование. Я считаю, что это неизбежно. В течение последних 10 лет после финансового кризиса у нас было регулирование на основе хозяйственной единицы. Нам, безусловно, пришлось перейти к регулированию, основанному на деятельности. Забудьте об отдельных хозяйственных единицах. Работайте над самой деятельностью и кто что делает, кто имеет лицензию делать что-то и кто регулируется и контролируется надлежащим образом.